Здорово, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня я хотел бы провести один довольно интересный эксперимент в Майнкрафте 1.2. Сегодня я хотел бы посмотреть, что будет, если убить нашего дракона аж целых 2 раза. Как вы знаете, ребятки, после первой смерти дракона из него выпадает яйцо дракона, а также после его первой смерти мы можем его спокойно возродить с помощью наших кристаллов края. А вот что, ребятки, будет после второго убийства, я даже не знаю, дропнется ли из него яйцо и сможем мы ли его также возродить. И на все эти вопросы мы с вами, ребятки, сегодня попробуем ответить. Ну что ж, собственно говоря, я готов, и давайте сейчас по-быстренькому я убью первого дракошку. Ну что ж, ребятки, собственно говоря, нашего дракона я убил. Это только первое убийство. Опыта выпало очень много, и, конечно, здесь появилось яйцо эндер-дракона. Ну что ж, ребята, я думаю, что пора вызывать второго дракона. Все кристаллы, кстати, были также уничтожены, потому что до этого, до того, как начать это видео, я их все сломал, чтобы было немножечко побыстрее. Ну... Что ж, ребятки, давайте посмотрим, что будет, если мы убьем с вами уже второй раз нашего дракона. Выпадет ли повторное яичко? И что вообще произойдет, ребятки? Собственно говоря, размещаем наши кристаллы. Хорошо, огонечек уже появился. Это уже, ребятки, есть, так сказать, первый шаг к нашему дракону. И вот все, ребята, все лучи поднимаются вверх. Сейчас у нас, собственно говоря, появятся остальные кристаллы. И у нас должен, по идее, появиться второй дракошка, который мы с вами также его, собственно говоря, сегодня попытаемся убить. Да, ребята, будет довольно интересно. Ну, а вы, собственно говоря, пишите свои предположения, что будет, если мы с вами второй раз убьем эндер-дракона в Майнкрафте 1.2. Ну что ж, ребята, все лучи заряжаются, и вот сейчас появится второй эндер-дракон. Да, ребятки, он появился. Ну что ж, пора его также наказать. Ну что ж, ребятки, у нашего дракона осталось совершенно мало хп. И, собственно говоря, давайте мы его добьем. Так, давай. И сейчас, ребятки, он погибнет. Так, что же будет, если мы с вами второй раз убьем нашего эндер-дракона? Смотрим, ребята, так, анимация пока что такая же. Так, огонек, кстати, у нас здесь остался. И все. То есть мы просто потратили эндер-яйцо. Так, хорошо, у нас появился портал обратно в наш мир. Также, ребятки, здесь у нас появился другой портал, но, по-моему, его стало 2, ребята. То есть, смотрите, убив 2 раза эндер-дракона, мы с вами получаем 2 портала. Так, это уже интересненько. И, кстати, ребята, есть лучи только здесь. То есть, смотрите, здесь есть такой прям луч. Хотя нет, он что-то пропадает. Странная работа системы. То есть, смотрите, сейчас здесь нет луча, а там он есть. Так, интересно, у нас, собственно говоря, появилось 2 новых портала, которые нас ведут в Эндер Сити. Кстати, я понял, эти лучи нам помогают просто найти эти порталы. Это, ребята, довольно прикольно. Да, мы с вами просто потратили яйцо, и все, его больше нету. Ладно, хорошо. А если я возьму яичко из, допустим, нашего креатива? Давайте я его, ребятки, найду. Вот оно, яйцо дракона. Ставим. Также ставим наши кристаллики и давайте посмотрим, сможем ли мы еще раз, аж 3-й раз воскрести нашего дракошку. Да, ребята, да, все получится. Хорошо, а что будет, если я... Ах, йо-йо. Так, собственно говоря, вот портал, что будет, если я сейчас залезу в этот портал? Ну что, ребятки, давайте посмотрим. Да, да.
титры Майнкрафта появляются, даже если мы с вами два раза убьем эндер-дракона. Собственно говоря, ребятки, если вы два раза убиваете эндер-дракона, то яйцо дракона вы просто теряете, и все, никакого там нового уровня, никакого нового персонажа, ничего, ребятки, не будет. Вы просто в два раза больше получаете опыта. Но вот сколько опыта там выпадает, мне, конечно, неизвестно, но совсем скоро мы с вами, ребятки, это узнаем. Ну что ж, собственно говоря, вот такой сегодня у нас был небольшой эксперимент. Если он вам понравился, ребятки, обязательно ставьте лайки. Ну а на этом все. Всем пока-пока.